Отцвели уж давно. Уж давно. Хризантемы в саду. А любовь все живет в моем сердце. Нихера себе, сколько сцена. Нифига у тебя трубочка, а, Лен? Да ее не продуешь, не просочешь. Это для хороших не легких. Протянешь. Спортивный вариант. Да, да. Это все. Ну что ж, ну давай уже чего-нибудь. День такой хороший, и старушки крошат, бледный мякиш сизым кругом. От гней муж спит гнидая лошадь, мордой наклонившись к своим мыслям, рану извозчит. Отвези меня домой, и я как ветерок сегодня вольный. И пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не тыщи коня, им уже больно. Пальцем открытый, цокает копыта, закружил мне голову жестко. И бросает с крыши косточки от виши, очень неприличный гражданин. Извозчик, два червонца, как с пуста, если ты меня будешь. Я так устал, ну когда же ты ко мне вернешься, извозчик. Это про Никиту песня сейчас. Да, когда он сейчас вернется? Через сутки на. Не, он хочет выпить уже, так уехал уже в конце концов. Ну, вот смысл. Хотел выпить и уехал. Вот смысл. Непорядок. Ну что ж, зайки. 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 Киски. Ну, киски еще нет. О! А где пешеная стадия? Что что-то я сделать? Теряюсь на самом деле, Лен, по дай. Поводу репертуара. Чуть новых песен не. А дай Ольге, она попоет. Вот, даже не надо. А вот силу это пластик. Не-не, вон пластик. Он выпил их пластик. Пари. Да, конечно. Наебород, наебород. Умею, вот не зря я пластик натянул. Да, она все придумала. Да, кстати. Иначе Больку мы бы не видали. Музыка народная, слова народные исполняет автор. Вот пришел бы я с остальными и не сыграл бы. С остальными? Это? С остальными. С остальными пришел. Подстройка вот она. Кстати. А, они сейчас настраивают, смотри, у них есть чудный прибор. И все поднастроить. Надо, если. Да, давайте первую струну. Есть два прибора, если хотите. Ну вот первую струну. Я не очень разбираюсь. У меня просто. Вот как посерединочке стрелочка будет. А. Зелененьким как загорится, значит все будет хорошо. Как? Через технику дошла. Да. Это не техника дошла, это я дошла. На лыжах. Она все ловит. Если на микрофоне, то все. И пледик еще потяжен. И кровать. И этот. Кровать, унитаз. Нормально, нормально у меня. Полотенце, ванну, одеял, джакузи. И гамак натяни. Там можно и вторую, и третью струну настроить. Он покажет. Это любую струну. Не, она была настроена нормально. Вот здесь показывается струна. Нотой. Ну и, соответственно, надо ловить стрелочку посередине, диод как по подтверждению. Я не знаю, вот я больше не буду. Там, где тихо плещет речка, где оранжевый закат, в голубом краю сирени, детство цело, как сад. Там, где-то старая мельница круг. Сердце бьется, камни, вода, да-да-да, старая мельница, все. Во-первых, вернуть голову.